Пешки. А ты моя красавица. Да, ты моя красавица. Все. Сейчас идем. О, Катю ждем. Катя у нас хромает. Хоть маленько на улицу, то не были за все лето и на улице. Пешки. Вот такие у нас Романовка, да? Чудо кашляет. Не бегали, застоялись. Мелкий, главное. Так, сегодня у нас 1 августа. Гони, Миш! Вот так. Пешки. Да, мелкие, пошли. Пошли, моя старая. А? Травы давно не видел. Не хотят идти в поле. Сейчас догоним. Там уже сниму. Пошли. Пешки. Пешки. Так, да. Мелкая, иди. Пойдем. Пешки. Вот сюда на Тало пойдем. Вот у нас Тало. Здесь такая скошена. Пешки. Пойдем. Пошли. Пешки. А вон клевер, видишь? Ага. Я же тебе говорю, с той стороны заехать и там его. Ну все, отпускай. Все, иди. Вот что. Мое золото идет, да? Ты моя красавица. Старая, иди. Что там такое? Да, и ты, маманька моя. А? Люсиль, да? А, Люсиль, да что у тебя глаз так распорот? Чего? Да, она вечно воюет. Да? И ты у меня, мам. Да. И ту накорми, что осталось. А? Пешки. Чего? Вот два стоят. Вот баран. Не очень прям такой. Ну, здоровый. Хороший. Вот, мелкий. Этого можно... На племя. Это моя черныш осталась, да? Вон слепень идет. Чего ты меня кусаешь так? Чего меня кусаешь? Чего мое золото? Чего? Вот так. 1 августа 21 года. Баран у нас что-то вот этот сопливил, сейчас проколол, еще раз ему надо проколоть антибиотик. Ну вот их два видно, вот баран и вот. И Катя он хромает у нас, да? А ты, Люся, что жопу не отъела так? А, мое золото. А, какое вымя у Романовки. Ну вот, тоже средняя мамка такая. Вот. Ну, тебе глазик конъюнктивит надо помазать. Вот баранчик. Не очень высокий такой, но нормально держит породу. Да, Кать? Ты задыхаешься, да? Давай хоть маленько прогуляемся по Отаве. А? Да? Да, мое золото. Иди. Мелкая. Он конъюнктивит тоже. Видно глаз. Такой
Да, мой красный. Да? Пойдем, пойдем, пойдем. Кушайте, кушайте. Слепень. Слепая. Зато слепень так за. Слепая, но видит очертания. Привыкла со всеми пастись, но бывает теряется, да? Черныш мой. Он уже мелочь прыгает. Мелочи. А ты старая моя. Старая моя. Такая овца приходит ласкаться, да? Тебя чесать надо. Она прям жует аж. Как ее чешешь, так спинку. Да? Люсиль, да. Вот какое вымя. Ну и ты мамку лет 8-10, наверное. Катя у нас давно уже не приносила, но это из-за ноги, я думаю. Черныш он ходит с ягненком. Да, Черныш? Да, смочен. Вот хорошая тоже овца. Да, Люсильда? Катька, иди я тебе дам. Вон. На, а? С руки-то жрать, рвать не очень-то хотят. Да, Катя? Ты еще задыхаешься. Не пришла, прыгает. Тяжело прыгать на трех ногах. Да? Вот такие у нас мамки. Остались, ну тут мелочь вот такую оставлял. Это у меня ремонтное стадо. Такая она уже, наверное, месяцев 10 ей. Пополнение свое. Здесь одна принесла, наверное, в год. Мы ее оставили. Да, и ты ходишь тоже. Чесать тебя, да? Чесать тебя. А, слепень. И тебя слепень чесать, да? Слепень. А, тебя чесать, да? Тебя чесать. Ах ты мой слепень, мелочь. А, мелочь. Еще. Еще тебя. Слепень. О, а. Слепень. А, слепень. Давай тебя почешу. Давай почешу. О, а как. А как. Спинку чешешь прямо на. А? Да? Да, слепень? Слепень. Так, еще молодую не показал. Черненькая была. Три или четыре оставил. Потому что много у меня старых мамок. Всех жалею, всем отдаю. А себе ничего не оставлю. Чего ты? Чего ты, старый? Чего старый? Ну, вот сейчас вроде более-менее пасутся, но все равно Люси он за мной ходит, да, Люси? Тебе надо чесать, тебе не надо кормиться. Ты чесаться идешь, да? Ой, ты чесаться идешь. Мелочь. Это Катина мамка. Очень хорошая. Фу, Катина мамка. Катина дочка. Из шестерки. Шесть ягнят было. Такие беспокойные. Не особо сами пасутся. Ну. Считывать, что они выходят раз в месяц, да? Ты опять? Да опять. Ты опять? Вот Ярочка. Вот такая неручная. Вот хорошая большая овца. Эту не достригли. Обещался, обещался. Да, слепень мой? Вот пришел мой слепень. Вот слепень. А, слепень. Ты чесаться пришел, да? Слепень. Не нравится, когда ты... Да, не нравится тебе, когда трогает, да? Тебе надо чесать. Иди, Катя. Катю тоже надо чесать.
И Катю надо чесать, да? Ух ты, золото мое. Да, вот. Пошли, пошли, Кать, пошли. Чего боишься? Пошли. Романовец такой. Из Обраковки брали в этом. В Покрове. Отъелись такие, похожи более-менее. Ну, не супер там показателен. Ну, кое-что выросло. Вон малины куст. Сейчас, я думаю, туда пойдем, не пойдем клевер-то топтать. Чего мой золото? Чего мой золото? Давай. О, сиськи. Мне кажется, она сегодня-завтра принесет вот показатель. Сейчас покажу вам сиськи. А как у них. Все. Сегодня-завтра принесет потомство нам. А Катя тут лезет ко мне и все. Чеши ее. Ну, пошли вон малину. Вон малинник такой. Сейчас. Люська, Люська, слепень, на, иди слепень, на, вот так, слепень, иди, на, беспокойно. Вот малину как мы любим, да? Слепень, куда пошла? Люся, Люська, чё ты домой все ходишь, Люся? Вон смотри, как все едят. Кать, слепень опять идет. Романовку стараюсь чистую держать. Ни с кем ничего не мешаю. Так что, что есть, то есть. Вроде бы ничего так неплохая. Но у кого лучше есть, похвастайтесь. Да? Покажите, скажи, посмотрим. Тоже сравним показатели. Катька, Катька. Опа, вся Катьке. Не досталось, он подбирает. Сейчас ей маленько дадим. Да пойдем чуть вперед. А что ты не рвешь? Что ты стоишь на меня смотришь? А, Катя. А, с рук вкуснее, да? Да, Кать? Объедают тебя. Объедают тебя. Объедают, Кать, тебя. На, Кать. На. Он на трех ногах даже бывает боится. Пихнут. Она прыгает в сторону. Туда-сюда. Да, Катя? Вон пшеница была, солома. Пошли бы.
как выросла. Да? Вот поднялась, колоски как стоят. А она на пшеничной солома была. Так уже ближе к дому они. Круг дали. И пойдем, да? Ну вот у нее уже живот опустился. Я думаю, что она день-два принесет. У нее прям все красное уже. Это говорит о том, что она готовится принести нам ягнят. Ну, мелочь пришла. И баранчик такой. Снова кусать меня пришел. Вот палец кусает, да? Тебя тоже чесать, да? Облизывается, а? И хвостом машет. Тебя тоже чесать, да? А? Как хвостом, как собачка машет. Да? Ты хвостом машешь? Ну-ка, покажи, как ты хвостом машешь. Эй, кусает меня за палец. Ну, вот так вот. Скажи, вот так я. Как собака. Как собачка. Хозяина, да? 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 Морда твоя. Придется тебе искать стадо, да? Вот так. Вот так меня бодает. Их ты. Ты еще подучий, да? Нет, скажи. Я ласки хочу. Ласки, чтоб меня пожалели или почесали, да? Люся уже улеглась. Готово дело. Не будем кушать, что ли, да? Кать, пошли. Ну, наверное, на этом все, в принципе. Показал всех. Вон, вымя какое прямо готовится. Так что будем сейчас попробуем еще погулять и домой.